чувствуем с напарником, ну и ну. Ноги прямо ватные, все в дыму. Чувствуем, нуждаемся в отдыхе, что это нехорошее в воздухе. Взяли Жигулевского и Дубника, третьим пригласили Истопника. Приняли, добавили и еще раза, тут нам Истопник и раскрыл глаза на ужасную историю про Москву и про Париж. Как наши физики проспорили ихним физикам пари. Стало все на шарики, в кось и в склочь, шиворот на выворот, на бекрень. А что мы с вами думаем, день то ночь? А что мы с вами думаем, ночь то день? И рубают финики лапари, а в Сахаре снегу не в проворот. Это гады физики на пари раскрутили шарик наоборот. Где полюс был, там тропики, а где Нью-Йорк, Нахичевань? А что мы люди, а не бобики? Им на это начихать. Рассказал нам все это Истопник. Вижу, мой напарник буквально сник. Раз такое дело, говорит, гори огнем, больше мы малярничать не пойдем. Взяли в поликлинике бюллетень, нам башку работаю не морочь. Ну что это за работа, если ночью день, а потом обратно не день, а ночь? Ведь при всей квалификации здесь возможен перекос. Ведь это ж, братцы, радиация, а не просто купорос. Пятую неделю я не сплю с женой, пятую неделю я хожу больной. И тоже и напарник мой плачется, дескать, он отравленный начисто. И лечусь столичную, лично я, чтобы мне с ума не стронуться. Истопник сказал, что столичная очень хороша от стронция. И не верится, не верится, что минует нас беда. А шарик крутится да вертится, да все время не туда, да все время не туда.